Сегодня вот такая интересная машинка у нас. GL 350. Вот с такой интересной системой BlueTEC. Вот у автомобиля возникла такая интересная неисправность. Вот. Такое появилась интересная надпись. Через 700 километров автомобиль просто-напросто перестанет заводиться. Вот. И его придется уже грузить на эвакуатор и везти в мастерскую. Как-то так, парни, бывает с мерседесами. Вот. Поэтому надо отключить эту систему, чтобы она нам мозг уже не парила. Блок СЦР находится вот здесь в багажнике. Я тут маленько подразобрал уже. Вот этот блок. Нам нужно с него просто снять фишку вот эту. Ну что, мы звезду, в общем, перепрограммировали. Давайте проверим, все ли хорошо у нас. Закрываем дверь. Оп, уже этой надписи нету. То есть она даже без включения зажигания писала, что заводиться не будет. Но на всякий случай повернем ключ. Все, надписи страшной нету. Включаем зажигание. Просрочка ТО. Ну, ТО мы сейчас исправим тоже. Просроченная. Так. Что там? Заводим. Все, то есть машина завелась, надписи нету о том, что она скоро кряхнет. Вот. Так что всем удачи, не ломайтесь.